Несмотря на довольно неприятную погоду и поздний вечер, матч начинался в 20 часов, болельщики пришли поддержать крылья Советов. Самарцы были уверены в победе своей команды, хотя соперник и выше по турнирной таблице. Краснодар на 5-м месте, крылья на 11-м. Крылья Советов победит 2-1. Почему так уверены? Ну, потому что мы хорошо играем. Надеюсь, наши 2-1. Краснодар очень удобный противник для крыльев Советов, как показывает история. Да, что когда Краснодар очень хорошо играет, а крыльев Советов очень плохо, все равно он результаты матчей в нашу пользу. В этот раз все не так, хотя по количеству опасных моментов и ударов в ворота крылья почти вдвое превзошли соперника. Мяч как заколдованный не летел в створ. Были вопросы у болельщиков и к решениям судьи, но в этом уже будут разбираться специалисты. Итоговый счет 0-0. После игры с командой встретился губернатор Дмитрий Азаров. Он пожелал волжанам, чтобы в следующем матче все же победа была за нами. Вот эти миллиметры надо развернуть в свою пользу сейчас. Ну, по игре много матчей, нету вопросов, а очков не так много, как хотелось бы. Ребят, загрызите их просто, ну уже загрызите, но мне кажется, вы в таком состоянии уже, вы уже там столько матчей, вот, ну, к сожалению, да, так сложились, что и невезение, конечно, было. Ну уже загрызите, если все. Следующий матч чемпионата «Крылья Советов» проведут в воскресенье в Москве. Соперник – «Спартак». Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Новости губернии.